и нечестивых деяний. О том, как монголы вознамерились украсть божественные предметы, а призраки встали у них на пути. Призраки встретили одинокого монаха. Сюда! Эту телегу вез монгольский разведчик. Увидел меня и побежал к своим. Призраки знали, где разведчик, там и целый монгольский отряд. Они идут! Не допустите их на священную храмовую землю! Явились еще монголы. Они хотели во что бы то ни стало убить монаха. Внезапно на призраков набросился грозный демон. Его глаза горели, как угли, а щит был покровом кармана. Вернем тень! Они подожгли храм! Призраки поспешили на помощь. Едва враги оказались повержены, монах бросился в пылающий храм. Пропала статуя хранителя. Ее не могли унести далеко. Еще телега! Отдохнем. Там было множество похищенных реликвий, но не было статуи. Прошу, найдите статую. Она священна. Призраки продолжили поиски уже под храмом. Призраки нашли остальных стражей каравана. Она здесь. Но куда ее пытались утащить? Призраки нашли не только статую, но и карту, на которой был отмечен путь монголов. Я знаю. Многие полагают, что в храмовых статуях заключена великая мощь. Порой они хранят часть божественной сущности, а иногда служат тюрьмой для демонов. Призраки добрались до первого из мест, отмеченных на карте, и стали готовить нападение. Если карта не лжет, скоро монголы пройдут по этой дороге.
Они идут. Готовьтесь. Призраки одолели множество монголов и демонов, но враги все прибывали. Залечим раны. Спасибо. Призраки услышали, как приближается остальной караван. Мои стрелы не знают промаха. Спасибо. Ты верный союз. С ними нет повозок. Видно, то, что награбили, уже отправили вперед. Надо выяснить, куда они идут. Демоны Они знают много путей в небесное царство. Некоторые даже убеждали людей выпустить их из заточения. Наконец, призраки достигли отмеченного на карте места в топях у Муги. Я не смею идти дальше. Теперь дело за вами. Значит, вы хотите мне помешать? Убивайте, кого хотите. Они свое дело сделали. Я был заточен в храмовой статуе, но ведьма даровала мне свободу. Она выпустит на волю моих сородичей, и вы познаете наш гнев. Oh!
Повсюду на земле лежали священные предметы и статуи, похищенные из храмов. Чижарво! Демон Они вышел на бой с призраками, не желая расстаться с украденными святынями, с будущей армией ведьмы. Это не победить! Призраки достигли отмеченного на карте места в топях у Муги. Я не смею идти. Теперь дело за вами. Значит, вы хотите мне помешать? Эй, Арач! Эй! Убивайте, кого хотите. Они свое дело сделали. Долгие века я был заточен в храмовой статуе, но ведьма даровала мне свободу. Она выпустит на волю моих сородичей. И вы познаете наш гнев. Повсюду на земле лежали священные предметы и статуи, похищенные из храма. Демон Они вышел на бой с призраками, не желая расстаться с украденными святынями, с будущей армией ведьмы. Пора исчезнуть.
Быстро! Призраки одолели предводителя демонов. Замысел ведьмы не был исполнен. Святыни вновь вернулись под бдительный надзор храмовых служителей. Ибо и по сей день кое-кто уверяет, что демоны еще томятся в заключении и жаждут вновь вырваться в мир людей.